Ну что, всем привет снова. Обновляем трансляцию. Смотрим. Кстати, нет, далеко не все православные хорошо свалили, а где как минимум здесь находятся, но в целом, похоже, большая часть их, не знаю, либо ушла пожрать, либо у них действительно, как шутят, кончилось оплаченное время. Обновляйтесь, сейчас трансляция продолжается, я этим временем просто хотел почитать твиттер группы «Война», надеюсь, подадите мне на это время. Хотя у меня есть здесь немножко еще одно более важное дело. Знаю, что картинки нет, а обновитесь, пожалуйста. Если вы используете Apple устройство, то никакой с картинкой хорошего не будет, поэтому мне остается только порекомендовать вам смотреть видео на YouTube, которое я выкладываю еще раз в полчаса. Ну блин, не минуту покоя. Послал показать, что здесь такое у нас. Вот. Мы можем посмотреть и понять. Что это? Я не знаю, это вам надо определять. Вы умные люди. Интеллигенция московская собралась здесь. Ну вы сторону поверните, пожалуйста. Пожалуйста. Вот так. 31 градус? Вот так, да? Вот так. Носом вверх. Носом. А где у него нос? Вот. А, вот нос. Мне кажется, вот. Тогда это собачка. Гав-гав. Лисичка. Это истребитель. Гриб. Да. Гриб. Это я. Парус. Сорвали. Сорвать. Порвал, что ты покаялся. Правильно сделал? А пусть рает не кается, суки! Конечно, здесь не важно, что так, да нет, мне не надо кормить, поить. Лучше накормить, напоить, у меня будет денежка на Яндекс кошелек, наверное. Яндекс кошелек тоже будет трансляции, продолжайте показывать помощь. Хотя его физическая смерть должна была наступить лишь некоторое время спустя, он превратился в живой труп в тот самый момент, как принял управление Освенцимом. Он не стал мусульманином, потому что был хорошо накормлен и прилично одет. Однако он полностью утратил уважение и любовь к самому себе, лишился всякой способности чувствовать и быть личностью. Он превратился в машину, которой начальники могли управлять нажатием кнопки. Ну, в общем, значит, пусть и рает, не виноваты ни в чем. Виноваты другие люди, которые вот так говорят, выступают в клубах и поют песни, а между тем являются педофобами. И пусть и рает, это жертва педофобии, если кто знает, что это такое. Кто знает, что такое педофобия? Да. А что значит, в каком смысле боязнь? Ну, вот когда, например... Боязнь? Да. Да, что? Да, вот отлично. Давай. Ты боишься родителей? А любых детей? Вот поскольку ребенок. Я хотел и мне некоторые старшие товарищи не позволили это сделать. Хотя она уже не была, она была, я думаю, совершеннолетней.
Но если бы, не то чтобы если бы ели трак, а если бы продолжалось движение в этом направлении, значит, то все сложилось по-другому. Ну, в общем, это было на выставке «Верю». Ты был там? Почему? Ну, вы были там? Кто был на выставке «Верю»? Ну все, тогда я больше не буду. Я думаю. Не давите, не давите. The current reference is because people don't know that they can refresh easily. Yep, it's a hard truth on the other hand that most... Что? Когда я раздавал эти стикеры на спину, куда смотреть? Не знаю. Правильно? В районе 12 получил пачку стикеров с изображением желтым и фиолетовым маски Пусирай. Начал раздачу, раздал где-то 10 штук для наклейки на футболке. Подошла группа ОМОНовцев с полицаями, предложили пройти, я с удовольствием согласился. Прошли к автозаку, состоялся такой разговор. Что, молодой человек, не понимаете, чем вы тут занимаетесь? Нет, не понимаю. Дальше культурологическое введение было по поводу атеизма, православия, буддизма и прочих вещей. Я все это выслушал. И в конце предложили две альтернативы. Или пойдем к председателю суда, и мы на тебя сейчас здесь что-нибудь намажем. Или можешь идти, но знаешь, что здесь православные боевики, они тебя зафиксировали, сняли, сам знаешь, что происходит. Спасибо за внимание, Кирилл. Ну, а чем я для... пока... Ну, что ты, что я развернулся и пошел. Что стал делать? Продолжать? Да, мне надо... Да, пошел. Потом мирно общался с этими... Как в народе говорят, православными фашистами. Как считаешь, как правильно, православные фашисты или православные нашисты? Нет, тут скорее были... Я думаю, их тошнит от нашистов православных, вот, с кем я общался. Там было за 50 возраст. По крайней мере, за 45. Поведение просто не близкие к фашистам и к нашистам, по мне так. По идеологии к фашистам, а к поведению кстати, довольно нашистское. Путин и Хайли, будь здоров. Не замечал. Ну вот, с кем я говорил. А по поводу Гундяева, ну, никак не хотели его воспринимать Гундяевым, патриарх. Какие-то другие ребята, видимо. Есть какие-то, которые отчетливо за Путина и за Гундяева. А что касается Вентиль или кого-то еще, да, было, по-моему, еще с Вентиль несколько человек. За крики и так далее, но, естественно, Вентиль был совершенно выборочный. Это такой рубежный год, рубежная дата, да? Ага. Когда искусство вернулось вот к античному как бы, образцу. Она... Сергей, напиши в Твиттер. Абсолютно. Лучше. Ну, я хочу понять, и в то же время эстетический. Абсолютно эстетический цель. Ага. Вот он, как говорится... Да, да, да. То есть он и театрализированный, и визуальный, там, и цветовой, и так далее. Он еще в отличие от месяца, все-таки в жизни ощутит. А у них православные боевики, они же православные фашисты, они же православные нашисты. Это довольно забавная группа людей, которые постоянно приходят на акции защиты Пусси Райот, утверждают, что Пусси Райот нужно карать по всей строгости закона, а переводят, собственно,
стрелка, как правило, про разговоры с патриархом, с Путиным, и, естественно, рвут плакаты, которые им не нравятся, и всячески пытаются привлечь медийное внимание из-за всех... В общем, я не знаю, я же говорил, не знаю, стоит называть их православные фашисты, православные нашисты или как-то еще. Ну, на самом деле, никакого количества убийства с их стороны я не видел, не думаю, что они на это реально способны, на самом деле. Кстати, да, вот был такой действительно в Библии в камуфляжном переплете, это феерия была. Рогозницы, да, ну неважно, в общем, давайте для краткости и простоты называть их православными нашистами. В общем, тем временем продолжаем тут стоять, как видите, на клетках ничего не заканчивается. О, мячики остались. Во-первых, не отдаю, а так слегка наступил. Стишок за осечки, все, поэт попал в разработку, чекистом православного царя. Женись на чемпионке царских смотров, подсунутый так мокрых малоретов, что обзовешь блудницей Анны Первой и с посланными собранными богами. Служи тогда царю своей женой, удивляйся точности доносов. Сам помоги прогнившей Византии так элегантно справиться с тобой, что у Христа довольную ухмылку никто бы никогда не разглядел. Сам помоги, да, сейчас, сам прогони любимого Эрота и всех веселых золотых богов. Расстанься же с республикой друзей, не слушай уговоров и советов. Без них тебя чекисты с Иисусом до роковой дуэли доведут. Круто, чё. Тут у нас много творческого народа, на самом деле. Вот две выжившие балаклавы. Пойдем, мама, найдем скорее. А вы не видели... Нет, разумеется, называть этих людей, которые среди православных нашистов верующими, это, я как уже говорил, это гораздо большее оскорбление верующих, чем любая песня «Пусть орает». Просто потому что, грубо говоря, эти люди, которые постоянно ходят на каждые акции. Ну, этюды, ну, конечно, это экспериментальные этюды, как бы, неустановочные. То есть я к этому не отношусь, как к какой-то серьезной какие-то стихи, просто вот разработать какие-то темы. Да, беру какие-то темы, да. Вот то, что ты называешь поэтами, это можно еще назвать художниками. Да, да, вот именно, да. Вот как то есть актуальный. Да, потому что пошел в Питер,
всей стране, от него начинает вся Европа. Что у нас такое? Я вообще не понимаю. Да, вот так стоит. Хорошо, на таких акциях, кстати, кто-то, а... Нет, ну если говорить о расправе над неугодными, то всем понятно, что расправа над неугодными будет закону. Пугающий дефолт из умов андроида. Не про природу там.